Привет, друзья! Меня зовут Бекзат, а его Мансур. И это наш проект «Штангист». У него есть два больших моторчика и ультразвуковой датчик. Он качает мышцы, называемые икрами. Да, как сказал мой друг Бекзат, у него есть очень интересная вещь – ультразвуковой датчик. Ультразвуковой датчик рассчитан на то, чтобы считывать расстояние и давать сигнал большим моторчикам. Сейчас мы покажем принцип действия. Когда нет препятствий, он опускается, а когда есть, он поднимается. Если бы не было ультразвукового датчика, программу было бы сложнее сделать, так как пришлось бы немного больше писать. Вот так просто поднес препятствие, и он поднялся и опустился.